Итак, это небольшой туториал по серверу Stalker. Перво-наперво, когда вы вошли, нужно зарегистрироваться. Советую изначально прописать кит, чтобы получить стартовое снаряжение. Также снаряжение можно получить за пусты. Система диалогов на сервере работает так. Нужно ударить NPC, выбрать ячейку с предметом, над ней написать ваш диалог. Ударяем по блоку, либо кликаем, либо зажимаем в руке. Диалог засчитывается. Далее, если квест не отобразился, то заходим в КПК. Система работает точно так же. Выходим в вкладку задач. Ладно, идем к второму NPC. Это ключевой начальный NPC, с которого начинается обучение квестам. Так, в принципе, все засчиталось. Можно поскипать, можно прочитать диалог. На карте появилась метка. Также главное, в пункте задачи можно пометить активным или неактивным квест. Также на сервере система освещения. Берем фонарик, ставим слот. Нажимаем NPC, читаем. Я буду проскипывать, потому что я уже все это проходил не раз. Теперь мы с ним, как же, как я говорил, NPC выдают предметы. Эти предметы полностью персональные. Без вас можно выпустить, ничего с этим не может случиться. Также проскипываем квест. Нашел вот контейнер. Я проскипиваю. Питание волка. Можно будет спокойно торговаться с Сидоровичем. Вот все, берем квест, бежим. Нам нужно лишь собрать документы. Все, теперь мы получили обрез. Довольно домашнее оружие, здесь это спать намного. Торговцу. Дает следующий квест, найти флешку Шустрого. Этот квест разбит на трех персонажей. Вот мне нужен Шустрый, нужно вызволить. Я попробую. Тут есть элементы выбора. Мы берем аптечку из этого рюкзака. Все, мы помогли ему. Так, все. Они вместе с нами идут рашить АТП. Видит нас, увидит. Угу. Теперь мы можем поговорить с Шустрым. Пытаем снаряжение. Все, мы получили флешку. Ее нужно будет отнести Сидоровичу. Нужно поговорить с волком. Так, что мы получили? Ну, мы получили еще эту кожаную куртку. Так, ну все. Взяли следующий квест. Вот, мы получили 3 новых задания. Найти документы с Агропрома, разведать Агропром и по следам стрелка. Сюжет по следам стрелка еще не готов, потому что он будет вести уже в конец сюжета. Сейчас вам покажу. У вас висит квест «Покинуть кордон», но этот квест из сюжетной линии «Убить стрелка», поэтому он никуда вести не будет.
Топ у нас помечен активным по следам стрелка. Помечаем его неактивным. И помечаем активным квест документа с игропрома. Показывать, как пройти этот квест, не буду. Пусть все будет без спойлеров. Вам будет намного интереснее проходить. Сталкер, защити мир от зоны. Вступи в долг.